Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. И мне интересно знать, где мы сейчас в данный момент находимся, куда нас сбросили. Так, здесь награды я забрал. Так, замечательно. Смотрим, открыть колоду. Забрали. Так, пройти серию испытаний. Быстренько пробежим сейчас. Начну вот с этих, пожалуйста, черепашек. Рафаэль подождет пока. Бакстер, Ванька, Армагон плюс Лео и Макман. Я думаю, мы быстренько с ними со всеми справимся. Сейчас буквально за 3 секундочки. Ширк-ширк, разбросаем. И все будет у нас хорошо. Смотрим. О, Майки пошел первый. Ну, понятное дело, усиляет команду. Только у меня нет суперударов. Вот она, беда-то где. Блин, горелый. Так, ладно, здесь хорошо справились. Макман, ну-ка сделай топотуна. Нормуль. Так, Леонардо. Я не знаю, зачем он это сделал. Надо было вот сейчас сделать, но поздненько. Делаем расстрел. Все, друзья мои. Очень быстро и легко мы с ними разобрались. Поэтому двигаемся дальше. И смотрим, что нас там будет поджидать. А поджидать нас будет следующее. Мы сейчас будем с тобой искать нужные элементы для того, чтобы прокачивать нашего Крэнга. Вот что я хочу тебе сказать. Поэтому давай-ка сразу и начнем. Крэнг у нас имеет 86 уровень, 8615 мутагена. Этого мало, конечно же. А если смотреть по навыкам, то нам не хватает 6 биноклей. Давай попробуем найти. Так, уже 5. 4. 3. Тихо, не надо вот это вот. 2. Последний находим бинокль и все. Отслеживающее устройство мне дают. Вот. По красоте. И нужно нам найти 12 кружек. Ну, с кружками все намного проще, друзья. Надеюсь. Да что ты делаешь, Рэй? Ну хорош, завязывай, давай же дурковать. Одну нашли. Комикс из канализации. Так, еще один комикс. Ребят, что-то я тут пробовал сделать на 2 монитора себе, ну, подготавливаться для стрима, одним словом, да? Что-то у меня получилось, что вот я Карамона для пробы решил сделать. Короче, видео просто идет слайд-шоу. Я не знаю, в чем проблема. Это когда я поделил на 2 монитора. На одном мониторе все идет нормально, но опять же, я не вижу, что происходит там, понимаешь? Я не вижу трансляции. И как бы это тоже не есть гуд. Так что буду еще кумекать, может быть, что-нибудь да придумай. Пока, ребята, все вот эти вот ну, стримы откладываются, потому что не настроены ни шиша. Так, поднять уровень персонажа. А у меня есть достаточное количество мутагена? Конечно же, нету. Ну что, давай посмотрим. Лига Сёгунов 2 звезды. Слушай, 72-я позиция. Сцены насилия. Сейчас мы еще жетончики пофармим. А жетончики мы фармить будем вот здесь. Так, серебряные осколки нам не нужны. Книга эта тоже не нужна. Бред какой-то. $3, ладно, пускай будут. Донателло видение. А дальше маяк. Фигов выпадает. 40 жетонов. Грустно, что-то грустно, ребята. Вообще, как это... Какая-то дребудень. И последнее, выпадает нам 3 золотых осколка. Совсем не то, что я хотел. Друзья, ну что, поехали в бой тогда. Чё я могу сказать? Больше нечего мне предложить, только в поединке. Надеюсь, мы сегодня дойдем с тобой до Лиги Мастеров 2 звезды. Как думаешь? Хотелось бы. Мне бы лично очень хотелось бы добежать. Кстати, тут всего лишь 53, 52, 55 уровень. Может быть, мы попробуем вот такой вот своей командой. Я взял Крэнга. Кто-то мне говорил, что из подписчиков второй удар у Крэнга массовый сильнее, чем первый. Хотя первый у меня прокачан до 7 ступени. Об этом не стоит забывать. Давай проверим. Ну, возможно, отчасти он прав. Но здесь и уровень был у противников маленький. Поэтому как бы судить, ну, не знаю даже, ребята, как сказать. Рано или неоправданно. Потому что, ну, противник был слабенький. Тогда мы с тобой бомбили, по-моему, 70-х. И у нас не вышло их сразу бомбануть всех. Ну, помнит этот тот-то момент. Это в прошлой серии или в позапрошлой был такой нюанс. Я бомбанул и немножко даже удивился, что мы не положили, хотя рассчитывал на, в принципе, на смертельную атаку. А ее не получилось.
И вот мне в следующем комментарии написали: Рэй, по-моему, говорит, вторая атака, она сильнее. Как это проверить по полной программе, я не знаю, друзья. Ну что, бомбанем. 71 уровень не смог забомбить, 56-й. Это может плохо кончиться, друзья. Так, морзинное окошко, я думаю, что мы... Ага, она будет хилять. Ну что же, пускай она сама себе хиляет. А мы, наверное, бомбанем. А для чего я, ребята, хотел сделать на втором экране, как бы тебе сказать. Например, я играю в игру на первом мониторе, да? А ОБС-ка у меня как бы идет на втором. И я хотел видеть процесс, который у меня происходит на первом мониторе. А все остальное на втором, там чтобы был чат и все подобное. Также у меня стримдек для вот этих всяких там примочек. Тоже хотел, чтобы это все было на втором экране, но почему-то не идет. У меня либо продолжение экрана, то есть все, что здесь, то и там. Либо я, когда начинаю записывать, у меня почему-то записывается именно тот монитор. Как бы, ну не знаю, ребят, что делать, надо будет еще поюзать, посмотреть побольше гайдов про эти ОБС-ки. В тот раз, когда мы с Илюхой играли, у меня все было на одном. Но там Илья корректировал ситуацию. Он у себя через ноутбук или через что там, через телефон смотрел и как бы мне подсказывал. Там и чатик он читал, и все. А я хотел сделать это. У меня на самом деле сколько? У меня 4 монитора. Ну, я уже не буду 4 подключать, как бы не вижу в этом смысла. Тут стол весь завалится у меня просто-напросто. Тем более, мониторы здоровые. У меня вот если стол, 2 монитора сейчас в данный момент, они занимают у меня стол. А ты представляешь, еще сверху 2 монитора влепить, это вот так вот кинотеатр, ё-моё, домашний будет из 4 мониторов. Так, ну что, ладно. Что там у нас Мандагека делает? Он ускорил команду. Мы снизили защиту, давай попробуем гранаты ушатать парочку. То, что нужно. И добивка, все. Козырно отыграли. Блин, ну Бибоп, конечно, со своей гранатой, ребят, дает пороху, да? Мне нравится. По крайней мере, эффект локтя, которым он летит там, фуф, норм. А вот эффект гранаты, это зашибись. Сегодня в магазин сходил, ребят, за покупками, купить немножко одежды. Да, не кисло раскошелился, я же не буду говорить сколько, но для меня это прилично. Ну, а что ты хочешь? Раз в пятилетку сходишь, затаришься, а потом ходишь в этих тряпках до посинения. Вот сегодня решил сходить, приодеться маленько. Ну, в принципе, нормально. Брючки, надо будет еще пару ветровочек взять, наверное, и пару бейсболочек. И все, и в принципе, я буду нормально снаряжен для летнего сезона. Да у нас такое, ребята, лето тоже, я бы вам сказал. Сейчас бы показать вам камерой, что он там на улице творится. А на улице снег лежит, ё-моё. Представляешь? Была погода тепленькая, и на тебе пошел снежок. Погода плюс 1 градус, метель, ветер, град, красота. Ну что ты хочешь, север есть север, друзья мои. Так, ну что, давай-ка мы возьмем, наверное, с тобой Крис. Нифига у него там рожа, ты видел? Я думаю, что Макмана, наверное, будет достаточно здесь, как ты думаешь? Я думаю, будет достаточно, проверим. Но если вдруг он сольется, ох, ну как сольется? Он не сольется, он может просто-напросто не добить. И вот этих недобитков будет мне очень тяжело. Вот об этом я и говорил. Так, ну хорошо, что Хан хотя бы понизил атаку. В общем, Эйприл убиваем в первую очередь. Потому что хил нам тут нафиг не нужен. Этот уходит в инвиз, слава богу. Он не делает ход, поэтому все отлично. Вот, видишь, Рокл. Рокл выпендривается. Блин, ты посмотри, постепенку еще повесил мне. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну, давай-давай, там пониженная атака у него. Защита, он должен упасть, он упал. Теперь завалим. Да. И остается у нас Майки. Ну-ка, Хан, ты пробьешь его? Нет. Вот Макман, Макман пробьет. Друзья, великолепно все получается. Идем дальше. Слава богу, у нас никто не упал. И мы двигаемся далее. Смотрим, кто у нас и что. Да, Сёгун 3 звезды. Друзья мои, соточка. То есть мы, получается, 17 этих пролетели, да? Всего лишь 17.
Это не есть гуд. 17 ступенек. Исла как-то. Ну ладно, возьмем вот этих вот армагон. Лео, подождешь пока? Ну, здесь одного армагона будет за глаза и за уши, поверь мне. Он любитель своим валуном бомбить их всех тут. Блин, как вот у меня спина болит. Ёк-макарёк, вот от этого сидения. Блин, я уже сколько раз говорил себе, купи себе кресло. Компьютерные. А не сиди на этих долбанных пуфиков. Ну ты видел, сколько у нас сейчас кресло стоит, да? 50 тысяч ре. 50 тысяч ре, ребята. Это очень много. При нынешнем положении дел это, конечно, жесть какая-то. А так спина затекает. Ну что, давай тогда. Давай вот Лупис возьмем. Мне нравится девочка Лупис. Вот Леонардо, опять же, сотый уровень, да? Сотый уровень, 66-63. И Леонардо сотого уровня. Что скажешь? Как думаешь, получится нас бомбануть или нет? А мне кажется, Лео не добьет. Хоть кого-нибудь, но не добьет. Конечно же, тут нужно бомбить Рафа, так как он хил. Все, отлично, хила нету. Сможет ли Леонардо добить? Красавчик. У него все получилось. Значит, получилось и у нас? Погнали тогда далее. Мы переходим на 72-ю позицию. Блин, как они задолбали, а? 16-21, они только подсуют мне 16-21. Вот. Уже получше, уже повеселее, ребят. 16-22. Так, я думаю, что здесь Бакстера все-таки хватит. Одного. Я очень сильно на это надеюсь, потому что морзильная кошка, мне бы не хотелось ее оставлять в недобитках, чтобы она воспользовалась своим хилом. Поэтому Бакстер... А, у нас еще и Рафаэль же здесь ходит. Я все время забываю про него, абсолютно, ребят. Все забываю, что он ходит первым. Все. Блин, вообще круто. Просто крутяк. Эх, Бакстер. Красавчик. Выругливает только шорох. Так, ну что, 57-я позиция. То есть сейчас можно брать спокойненько. Дай-ка я 16-22 попробую выискать, вот. Но здесь майки, поэтому я возьму Шреддера. Слушай, тут не только Шреддер нужен. Тут еще, скорее всего, надо брать Змейковьюна. Семидесятник. Знаешь, что я тебе скажу? Если мы сейчас не добьем Микеланджело, то будет нам плохо. Это хорошо, если он воспользуется хилом. Но если он поставит уклоняшку на свою команду, жди беды. Фьюх. Ну он крут. Шреддер, друзья мои, очень крут. Я здесь не волновался вообще нисколечко, потому что на на Крисе Брэдфорде у него стояла постепенный урон. Поэтому я не боялся бить обычными атаками, как ты заметил, да? Можно было бы ей массовыми рубануть. Так, у нас 24 отката, но я думаю, что должно хватить нам до Лиги Мастеров. Я пытаюсь сегодня до двух звездочек дойти, не знаю, как у нас получится. Если они вот так вот будут зажимать нам кубки, то, я боюсь, далеко мы не уйдем. Вот Ванюшку, я беру одного Ваню. 67-й. Как только где-то 70-ник, ребята, просветится, нам обязательно нужно будет уже брать двух бойцов. Один уже не будет справляться. Красавчик. Ванька тоже красавчик. Ну, сейчас это может плохо кончиться, блин. Давай пульнем в него этот люк. Есть. Усиление блока. Ты видел, там было подсвечено усиление блока? У кого? Усиление блока идет от бросания люка. У спринтера, который дуплился, или у Рафаэля, который это сделал? Интересно. Давай дальше искать. 16-22 надо мне. Есть. Блин, а персонажей все меньше, меньше и меньше. Зек, Рокзар, Майки, Донни и Рафаэль. Это, наверное, последние поединки без применения откатов. Дальше, ребят, никак не получится. Надо будет брать 24 штуки. Я еще, правда, не смотрел рекламу. Поэтому 10
штучек там еще в закромах у нас есть. Ну, попробуем без них сегодня справиться. Так, майки. Угу. Это зря, конечно, он сделал. Так, мы теперь бросаем сюрики. И остается один Рафаэльчик. Все. Все, ребятушки. Как в лучших традициях рычка. Погнали далее. Погнали далее. Ну что, мы уже, друзья, почти в Лиге Мастеров. Тут остался поединок другой. И будет все хорошо. И будет у нас все отлично. Так, если я возьму здесь, например, Шархана. Хотя, подожди, еще есть, ребята, у нас порох в пороховницах. Ягоды в ягодицах. То есть, семидесятники, они отыграют сами по себе. И опять же, ребята, много пишите в комментариях, кого брать и кого прокачивать. Лучше того или того. Я вам сразу уже, я уже, наверное, сотый раз, друзья мои, говорю, что если у тебя есть персонаж массовый, да, с массовыми атаками, его прокачивай в первую очередь. Если ты, например, спрашиваешь, кто лучше, Рокзар или Острозуб, как таунты, да, то мне кажется, что вот для меня был Рокзар в приоритете. Но я тебе сразу скажу, что и Острозуб неплохой. Он нисколечко неплохой, может быть, даже в какой-то степени он и лучше, он жирнее. У него есть неплохой удар плечом, да, у него есть удар кулаком, я имею в виду, у Острозуба. А у Рокзара есть провокация, которая усиливает рядом стоящих бойцов. И когти, которые могут повесить постепенный урон. Как бы вот каждый персонаж, он по-своему индивидуален. Если брать Тимати, он тоже таунт, но я считаю, что Тимати немножко отстает в плане своего набора именно боевых способностей. То есть у него разбег, у него тоже удары ногой там пробивает, и всего лишь один баф, это на крит-атаку. Таунт, который делает на крит-атаку, я считаю, что это не актуально. Лучше бы он делал на доп-защиту, как по мне. А ты уже там сам решай. Я тебе скажу, что любой персонаж хорош. Качай того персонажа, на которого у тебя выпадает больше карточек, больше ДНК. Вот так вот. И еще вопрос задают. Рэй, откуда ты взял того-то или того-то персонажа? Ребята, эти персонажи всегда достаются с испытаний. Кто-то не может найти там Шредера. Ты его не найдешь, там, Кренга, Шредера в обычных вот этих вот наборах. Он именно идет, как бы тебе сказать-то, на событиях, друзья мои. Они идут в основном на событиях. Нет, здесь, конечно, можно найти, если вот перейдешь в магазин, в предметы и жетоны. Здесь вот можешь найти вот таких вот персонажей. Вот. В данный момент я вот после того, как прокачаю Кожеголового, я, наверное, буду прокачивать Маузеров. Это последние, единственные персонажи, которые, наверное, мне кажется, самые долгие-долгие именно в поисках. Потому что Крэнк и Супер Шредер, ты здесь их нигде не возьмешь. В магазине их просто нету. Они, ребята, появляются на событиях. То есть события, вот испытания. Здесь, видишь, вот, например, Усаги. Усаги ты тоже в магазине не найдешь. Но ты его можешь приобрести здесь. И то же самое получается с Крэнгом. И то же самое получается с Супер Шредером. Они здесь, специально есть события, где ты побеждаешь и потихоньку копишь ДНК. Но хочу сразу сказать, что если будешь фармить, независимо там Крэнга, это, у тебя должны быть прокачаны определенные персонажи. Поэтому ты смотри, какие там нужны, и делай акцент на тех персонажах, которые нужны будут в этом событии, чтобы ты мог продвигаться дальше. Чем дальше ты продвигаешься, тем больше ДНК ты получаешь. А чем больше ДНК ты получаешь, тем быстрее ты прокачаешь своего персонажа. Надеюсь, все, ребят. Надеюсь, больше этих вопросов у меня не будет. И некоторые, я так понимаю, YouTube старые видеоролики мои как бы показывают в рекомендованных. Ребята заходят, продолжай, типа снимать. Круто. Я вам сразу скажу, что в каждом видосе есть плейлист. Ты можешь на него кликнуть под описанием, да? И все серии будут. Не обязательно ждать новых серий. Ты можешь посмотреть, например, с первой по там 750-ю, да? Или там еще какой-нибудь. Выбирай. Там все от и до прописано, рассказано, продемонстрировано. У тебя просто не будет больше никаких вопросов по поводу кого качать, где взять и еще что-либо. Там все досконально
как говорится, заснято, записано и озвучено. Ну что, друзья мои, мы продолжаем нашу турнирную арену. И смотрим. Так, 16-22. Мне не дадут 16-23, да? Ну, хотя бы 17-17, давайте 17-23. Чего вы там ломаетесь, как старая бабка на базаре? Не хотят. Ладно, возьмем Милану. Милана. Прям как племянницу у меня звать. Милана. Как думаешь? Я вот думаю, зря, да? Хотя почему? Тимати плюс Крысиный король и Паукус. Ну, я, вот главное, чтобы Эйприл здесь упала, и все будет хорошо. И вот я начинаю сомневаться, что она упадет. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Она же не упадет. Блин, король крысиный, не подведи. Фух, он не подвел. Вот, ребята, тот самый острозуб. Вот я вам говорил, удар плечом. Неплохой удар, да? Так, 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 Раф, тихо. Успокойся. И плевок сделаем с тобой, пауксом. Все. Рафаэль упал. Ну что же, а мы тогда двигаемся дальше и смотрим, какая позиция у нас сейчас будет. 87-я. Слушай, ну есть шанс, наверное, все-таки добраться до двух звездочек. Есть маленький, но он есть. Так, берем Шредера на откатку. Ну, уже, видишь, да, Шредер на откатке один, он не потянет. Придется мне на всякий случай взять подстраховку, это будет у меня Армагон. Раз, два, три, четыре. Слушай, по-моему, нету шанса дойти нам до двух звезд. Приблизимся, скорее всего, очень сильно, но не возьмем. А если возьмем, то это будет круто. Так, минус один. Постепенко абсолютно на всех висит. Ну, Армагон все равно, друзья, добьет их валуном. Круто. Так, завтра я пойду в ночь. Две смены, друзья мои. Это будет пятница, суббота, получается, да? Воскресенье, понедельник. Буст у нас будет. Главное, чтобы игра не подвела. Так, 74-я позиция. Здесь мы берем... Блин, давай попробуем все-таки... Е, 17-23. Нашел я все-таки. Берем Супер Шредера. Берем нашего Армагона. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И остается один персонаж. Донателло, да? И остается один Донателло. Как бы, ну, неиграбельным. Немножко обидно. Немножко обидно мне за Донателло то, что он не отыграет сегодня у нас. Может быть, блин, ну 4 отката брать, это тоже накладно. Я даже не знаю, как лучше тут поступить-то. Рискнуть, не рискнуть. Так, 61-е. Угу. Ну, я тебе говорю, что чуть-чуть нам не хватит дойти. Совсем кропалик. Совсем кропалик. Что, не хотите мне давать, да, 16? Точнее, 17-23, а ведь давали. Есть, нашел. Нашел, друзья. Давай-ка я попробую вот так вот сделать. Через Макмана поиграть. Ну, тоже такая, ребят, командочка, я тебе скажу. Макман может и оплошать, в отличие от Армагона. Добитый же у него числа. Ну, здесь-то он, конечно, добьет. Здесь он добьет. Я уже немножко стал даже переживать, если честно. Думал, сейчас не добьет, и все. И полетят у меня клочки по закоулочкам. Давай сороковую. 52-я, ё-моё. 52-я всего лишь позиция. А это никуда не годится. Это, ребята, никуда не годится. Раз, два, три. Раз. Ну да, Донателло остается один. Неприкаянный, блин. Как говорится, его и не туда, и не сюда, да? И не присунуть, и не воткнуть. Ну что? Ну, значит, не судьба ему сегодня поиграть.
Хотя мы можем, наоборот, его взять в команду, а кого-то послабее оставить. Но я все-таки возьму слабенького кого-нибудь. Так, ну что, 40-я будет позиция сегодня или нет? Во, 40-я. 17-23 уже дают на автомате. Раз, два, три. Четыре. Вот что будет, если я возьму просто супер шредера? Это, наверное, будет страшно и опасно. Я это сделал для того, чтобы отыграть всех. Нифига себе, ты видишь, шредер по воздуху побежал. Ну что, ребята, рискуем. Давай смотреть. Блин, горелые друзья. Сейчас кому-то крышка будет. Ё-моё. А там и там и Рафаэль. Но Рафаэль упадет от постепенного урона. Вот кого надо бомбануть. Надеюсь. Блин, а шинигами она слабенькая. Вот так вот. Чук-чук-чук, есть. Вот так вот, друзья мои. Вот так вот проходит папочка. Замечательно получилось все. Отыграли абсолютно всех. Даже Донателло, как говорится, остался не в обиде на нас. 22-я позиция. Я думаю, что завтра, если я успею до работы, мы дойдем до Лиги Мастеров 2 звезды, может быть, даже до 3. Хотелось бы в это верить. Так, ну а сейчас я пойду, наверное, за кадром бомбить. Так, у нас мутагена. А, отлично. Иди сюда. 87-й уровень. А сейчас я пойду за кадром, друзья мои, наверное, набью откатов для завтрашнего дня. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.